Конечно, нет. Понимание, вдохновение, достижение и побед. Достижений и побед за 55 лет у 4-й видновской школы набралось немало. Многие педагоги имеют награды и звания, а из стен заведения только за последние 10 лет вышло 40 золотых и серебряных медалистов. Учреждение является членом ассоциации «Лидеры образования Подмосковья». Директор Галина Васильевна Исаева считает, если школа постоянно идет в ногу со временем, о возрасте можно не думать. Школа каждый год молодеет, потому что новое. Все вбирает в себя школа новая. Поэтому мы вместе со школой, и учителя не стареют, молодеют. Но у нас все учителя даже вот в возрасте, даже я владею всеми гаджетами. Поздравить педагогов и учеников с праздником пришли родители, выпускники прошлых лет, ветераны педагогического труда, представители районной администрации и управления образованием муниципалитета. И мы понимаем, что 55 лет в оценке истории – это какой-то миф и просто поворот головы. А для нашей школы номер 4 – это целая эпоха. Это ваше творчество, ваше стремление понять ребенка и подарить ему частичку своего сердца и души. Первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков вручил директору школы поздравления от главы муниципалитета Олега Хромова. Также он сообщил, что в честь юбилея школе будут выделены денежные средства на реализацию различных образовательных проектов. Учащиеся школы подготовили для гостей праздничную программу. В ней танцевальные номера сменялись страницами воспоминаний об истории школы. И каждый пришедший смог увидеть не только насыщенное настоящее, но и достойное прошлое школы. Огромное волнение, огромное чувство радости, огромное счастье, наверное, какое-то такое уже забытое, наверное, вот это детское счастье, которое вспоминается именно вот сейчас, такие моменты. Поздравить коллектив 4-й образовательной школы пришли и коллеги из других учебных заведений. Без преувеличения можно сказать, день рождения одной из старейших школ Видного – районный праздник. Дружим со всеми. 10-я школа год росла в наших стенах. 11-я школа сейчас в 10-й школе. И мы все друг с другом вот так связаны или личными дружескими отношениями, или работой. Вот с 3-й школой мы постоянно работаем. И не только со школами, с детскими садами. У нас связь очень тесная. В праздничный день награды за добросовестный труд и вклад в развитие системы образования района получили и несколько педагогов школы. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Ольга Садовская. Видное ТВ.